Герои регионов. Кто они? На этот вопрос предложили ответить молодежи. Речь идет не о героях боевиков или блогерах, а о тех, кто является примером для подражания в повседневной жизни. Врач, учитель, строитель, слесарь. Десятки профессий и жизненных ориентиров. И у каждого молодого человека он свой. Условия акции «Герои регионов» еще прорабатываются. Но суть в том, чтобы рассказать о человеке, чья профессия, жизненные принципы и помощь обществу вызывают гордость и заслуживают особого внимания. Дать возможность детям самим решать, кто является для них примером. Оргмоменты обсудили сегодня на совещании в Министерстве образования и науки. Северная Осетия в числе первых регионов, поддержавших акцию. Чтобы мы тогда увидели, насколько у нас молодежь, которую сейчас говорят, она не такая, они плохие. Нет, у нас отличная молодежь, у нас замечательная молодежь, у которой есть идеи, у которых есть мысли, которые видят и стремятся идти, и которые, как говорят, я уеду из республики, но пусть едут. Пусть они учатся и возвращаются.